Приветствую всех любителей футбола, с вами Срок. Я все еще ностальгирую, играю в Pro Evolution Soccer 2009. Накануне второй матч 1/8 финала Лиги Чемпионов. Это второй матч с Арсеналом, первый матч я 2-1 проиграл. Так, и вот у меня еще как бы небольшое объявление есть. Так, что-то я запутался. Поступили жалобы, то что очень сильно стучит клавиатура. Я с вами вполне согласен. И вот, я это исправил уже, можно сказать, моментально. Теперь я играю на джойстик, не будет этого противного больше звука. Что? Больше объявлений вроде нету. Приступим к игре. Формы. Арсенал выездную ставим. Составы не устраивают, начнем. Первый разыгрываем мяч. Мы. Ну что, пошла вода горячая. Робиньо. Возит Робиньо. Рауль. Ну, Рауль у нас не возит. Да, что-то. Где-то аэрофобия на варме получила желтый. Там был штрафной, там. Штрафной был середины поля. Что ничего интересного. Куда? Good challenge. Как удар не выходит. Будет угловой. Да, будет угловой. Опасно. Так, тут неприятная новость. Робин травмировался. Да, ну ладно, первый тайм Робин отбегает. Там порешает. Дэвид, пиздец у тебя пасы. Наш мяч. Да, Робин, конечно. Сейчас ничем не поможет команде. А хотя Рауль. Робиньо. Ну это желтый, я бы дал красную Аласу. Ну ладно, ладно. Жалеется. Ну, Вуки, нужно было забивать. Да, там такая толпа, что по воротам упасть уже радость. Робиньо, это может быть интересно, Робиньо! Сейв, вот это сейв. Фабианский, просто зверь. Респект ему. Подачка. Не будет удара. Робин. Рамоса. Сережа Рамос. Да, у них не мяч еще. Ну ладно. Следуем. Прессингуем. Рауль. Бьё подходит. Ай-яй-яй-ой. Ой-ой-ой, нет, ничего не будет. Судья добрый. Арсенал катает. Робиньо. На Рауля. Рауль, как обычно. Моросит какую-то дичь. Гути, понятно. Он удивлен. Какой-то Касибана не Гути. Российский Рамос, выручай. Центр на Робиньо. Вторую желтую. Либо нехер больше уехать. Дэвид.
Прострел. Вынес. Отлично. Гуди. Рауля. Штрафной пенальти. Штрафной. Че падает? Че ударит? Ладно, бьем. Ебись. Вратарь выручил. Сильный удар, но ближний угол от вратаря, конечно. Подаем. Удара не будет, не удивлен. Дэвис. Дэвис. Рамос. Рамос. Гути! Гути! Жмем, жмем, Робин. Рабенчик, Рабенчик. Рауль, что ты творишь? Рама сломает. Неужели красная? Нет, желтый, нормально. Рауль что-то порит, порит. Кто-то и Робиньо. Моменты есть, нужно больше поворотов. Так, первый тайм кончен, нужно поменять Марина Робина. Во втором тайме мяч разыграет Арсенал. Ну что, погнали. Мяч у Робиньо. Ну да, нифига. Только тут думаю остро, нифига острова не происходит. Гути на Рауля. Рауль на Нестелероя. Нестелерой на Робиньо. Так что ты, блядь, творишь? Робиньо. Робиньо должен забить. Гути! Вынимай! Лучший! Он заслуживал на этот гол. Да, детка, 2-2. Я это сделал. Гути! Я знал, что он это сделает. Просто лучший. Смотрим повтор. Робиньо что-то какой-то канаебизм пытался вычинить. Удар в голос. Ай, Гути чуть ли не порвал сетку. Вратарь бессилен. Хоть где-то Фабианский бессилен. Робиньо. Это опять. Робиньо принимает мяч, я теряю. Офигительно. Рауль. Робиньо. Ломает его. Будет просто штрафной. Дэвид. Дэвид. Что здесь делает Дэвид? Пас. Конечно, Дэвидса. Не самый лучший. А! Немного не хватило. Аут. Если что с тобой? Тихо. Адебайор. Фабио Наварро. Рауль. Как Рауль? Не бутри. А я бежонство. Фабио Наварро вывозит. Конечно, не самый лучший пас. Робиньо. Рауль. Блять, ты пас можешь дать, ты. Ёбань ушастая. Вандервард. Тебя под себя дергать. Ой-ой-ой. Я бы за это красную дал. Ебануться. Оно еще нихуя ему не показало. Вот пидорюга. Пограб сам дает. Он левша. Тут я. Тут я натупил. Рауль.
Понятно, Рауль, как обычно. Робиньо. И на скорости уходи. Ну, почти. Бля! Как он не прошел? А вот это могло быть сейчас реально опасно. Но Арсенал уже возле наших ворот. Бинья. Бинья во фланг. Тихо. Смещаемся. Рауля. Ждем подключения от Рамоса. Ну, как бы не туда. Ну ладно. Да, бля. Фабрегас. Догоняй, Пепе. Нужно догонять. Пепе на стаканечке забирает мяч. Ну, у Рауля, как и у Робини, на равных. Сильяс. Счет по двум. Я как бы еще впереди Пуштейна выезде забил гол. Ван дер Ваарт травмированный, ему нужна замена. Она будет. Так, сейчас здесь нужна замена. Так, на поле я выпустил Баптисту вместо Гути. Да, хотя Гу забил, у него же вообще сил нету. И Гагу я выпустил. Вот он сейчас будет проверять штрафный удар вместо Ван дер Ваарта. Ну погнали. Пасочек. Нанести Леруя. Нет. Все, меня 1-0 устраивает. Меня просто устраивает. Ай, ну, Рауль. Дэвидса, перевод. Есть. Мяч доходит до адресата. Дэвидс, прострел. Прострел не удался. Нести Лерой на подхвате. Прием, конечно, у Нести Лероя. Не из лучших, я бы сказал. Лерой. Не, ну судья, ну разу глаза, это красная. Волга, это желтая. Пиздец, как за это можно дать желтый? Дэвид. Назад. Рамос. Рамос, мочи с правой. Ой-ой-ой. Сережа Рамос. Немножко. Фух, 3 минуты. 3 минуты с новым временем. Баптиста на Робиньо, Робиньо. Тебя. Рауль. На технике. Рауль! Фабианский. Что сказать? Фабианский. Ван Нистелерой сломанный. Ну потерпи пару минут, пожалуйста, Ван. Рауль бьет. Выше. Плюс 2 минуты. Фух. Нужно терпеть. Вынесли. На Робиньо. Неугомонный Робиньо. Ай. Ну судья, ну красный. Опять желтая. Персендера с желтая. Ого. Слабый пас. Канавара. Да, мы в 1/4. Да. Фух, неужели я это сделал? Интересно, кто следующий? Опять Англия. Но это уже красные дьяволы. Манчестер Юнайтед. Как все известно, там играет Криштиану Роналдо. Будет напряженный матч. Да, осталось 3 команды из Англии. Это Манчестер Юнайтед, Ливерпуль и Челси. 3 из Италии, одним мы представители Испании. И Марсель. Ой, Леон Марсель. Ну ладно. Матч первый будем играть с Манчестером дома. Манчестер будем уже вырывать в следующем. Так что, уверен, понравилось видео многим. Лайкаем, комментируем, смотрим.
всем пока. С вами был Эсрок. До скорых встреч.